Сказка. Лиса и журавль. Лиса и журавль. Лиса с журавлем подружились. Вот лиса вздумала пригласить журавля в гости и угостить. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу!» Журавль пошел на званный пир. А лиса наварила манной каши и по тарелке размазала. Подала и говорит: «Голубчик-куманек, покушай, сама стряпала». Журавль по тарелке клювом. Стук, стук. Стучал, стучал. Ничего не попадает. А лисица кашу лижет себе, да лижет. И сама все съела. И говорит: «Не обессудь, куманек, потчевать больше нечем». Журавль отвечает ей: «Ну и на этом, кума, спасибо. Теперь приходи ко мне в гости». На другой день лиса приходит в гости к журавлю. А он приготовил окрошку, налил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, потчевать больше нечем». Лиса вокруг кувшина начала вертеться. И так зайдет, и эдак. И лизнет его, и понюхает. Ну, никак достать не может. Голова в кувшин не лезет, а журавль клюет себе, да клюет, пока все не съел. Ну, не обессудь, кума, угощать больше нечем. Лису взяла досада. Думала, что наестся на целую неделю, а ушла домой, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор у лисы с журавлем дружба врозь.